Привет, друзьяшки, котятки, меня зовут Варя. Сегодня мы играем в игру по квизду. Всем огромный приветик. Вот. И сегодня стрим о том, как я не сдержалась и купила все-таки эту крутую броню. И еще этот стрим говорит о том, что я теперь играю за мальчика, чтобы вы меня узнали, то... Кто-то, может, меня смотрит по персонажу. Вот, если что, я вот сейчас так выгляжу. Вот, я сейчас мальчиком вожу. Просто мне сейчас так нравится. Ну, давайте к этой девочке пойдем. Когда больше выбора нету, давайте к этой пойдем. К этой девочке. О, и знаете, меня так другом с другом поставили. Это ее дом. Просто давайте посмотрим, где она находится. Я просто не знаю. Она... В своем доме. А, она, наверное, его корректирует. Да, она его корректирует. Ладно, ребят, давайте я сегодня вам покажу, как я просто делаю. Как я отдыхаю на пляже, но, правда, надо солнца дождаться, а то что-то нелогично как-то загорать на луну. Вот, ребят, а может попробуем один фокус сделать? Давайте вот пока... Надо вот это движение поставить. О, знаете, а вот так вот админ с этим движением выглядит как будто неотличаемость. Ну, давайте попробуем перевоплотиться. А как мне это сделать? О! Давайте еще раз попробуем. Давайте я оденусь. Вот сюда. И так бум-бурурум. И такой вот дунчик. Дун-дурурум-дурум-дун-дун. Вот. В общем, мне по кайфу. Да, правда, купальник у меня в виде девушки. Ну ладно. Я... Возьму свой любимый купальничек. Давайте мы пока побегаем и потанцуем. Все-таки я не сдержалась и купила вот эту броньку админа, она мне больше нравится. А вот, а знаете, вот так вот броня, да, она же все-таки хэллоуинская, она такая с летучими мышами. Мне кажется, это прекрасный подарок на Хэллоуин. Вот, я надеюсь, мы в этом году будем Хэллоуин отмечать в ПКСД. Ну, вообще, обновление должен, вот такое будет. Ой, а чё у меня это не сработало? Давайте паркур. Все, я, вы как хотите, я паркур пошла. Проходите. Никто не знал, просто я сказала. И все, и паркур. Ду-ду-ду-дум такой. А чё это, леди-баг? А это город. А это что? А, ролевая игра, блин, я так хотела. Вот такой паркурчик. Давайте сначала только проверим, а то это не одно и то же. А то, мне кажется, всем скучно смотреть, когда я одно и то же что-то делаю. Прохожу. Чё я броню? Зачем? Ребят, хотите прикол? Зачем мне броня, если у меня есть... Броня. Нет! Не буду это проходить! Этот паркур, он сильно сложный. А я начинающий игрок, который проходит паркуры. Я не буду это проходить. Господи, господи, мама мия, я не буду это проходить, сильно страшно. Ну, не одно и то же мне проходить уж, извините. Вот, давайте опять сюда зайду. Игры тут интереснее просто. Паркурчики. Вот, давайте сюда, там 3 человека, правда, ну ладно, мне все равно, сколько там людей, я буду просто играть, пытаться как-то это пройти с вами, ребята. Давайте, поддерживайте меня, ставьте лайк и подписывайтесь. Давайте. Ничего себе паркурчик. Так нормально. А как мне наверх подняться? А мне наверх как подняться? Ребята, а как мне наверх подняться? Ща это ката, вы ее не делали? А, вон, я вижу подъемчик. Все, идем подниматься.
О, господи. Такой... Нет, упала. О, господи. А тут не отгадывать надо? Ой. Сразу упала, прекрасно. Тихо. Я читерить не буду. Не страшно. Так вот. Прыг. Сложно. Господи. Нет. Нет. Блин, зачем я это тыкнула? Я не нажимала на само. Такая джи и полетела. Такая дун-ду-ду-ду-дун. Блин. Ребята, это вы придумывали? Признавайтесь. Подождите, а может мне... Как я так бесконечность могу проходить? Не, давайте попробуем стичерить. О, нет. А что, там уже все, конец? Тогда будет бы. О, господи, нет. Ой. Я админ такой, жу. Ладно, давайте по-честному проходить. Шучу. О, господи. Шучу. И не переверчу. Блин, я хочу сейчас сидеть, а у меня просто скорость перенесла. И на... А прикол, если бы я такая нажала, и я переместила сразу к концу. Нет, это невозможно, если так читерить. Давайте подождем, пока закроется. А сейчас откроется, и мы пойдем дальше. О, тихо. Не нажимайся. Не нажимайся, админ. Ты должен... Нет! Ребята, кто такой админ? Я, конечно, знаю, что админ, но это кто? Это разработчик, это игрок, это вообще кто? Это человек или кто? Напишите в комментариях, кто-то такой админ. И Нинда. Кто-то они такие. Да блин. Мне кажется, уже надо летательную броню убрать сейчас, потому что с этой я не справлюсь. Да админ, давай, ты что, тебе что, жалко что ли? Неужели ему жалко, чтобы я... может, такой админ, он хочет, чтобы я всегда падала. О, я даже не дождалась. Ой, тихо, тихо. Ой, я нежданчик. Это сложно. Давайте другой паркур. Паркур, давайте этот паркур. Значит, там 12 человек, значит, он легкий. Ну да, все логично. Если там много человек, значит, он легкий. Прекрасно. Может, здесь меня админ не подведет. Ребят, напишите в комментариях, кто такой админ и Нинда. Это разработчики, игроки. Вы не знаете? Случайно. Игра грузится. У меня такой бывает, что бесконечность. О. Загрузилась. О, все, я модель. Ладно, ладно, у меня уже... А у меня есть уже дом модели. Что? О, господи, парень, не отвлекайся. Опа, мои любимые паркуры. Я просто обожаю такие паркуры, где надо... Нет! Где надо вот так проходить по прямой. Я не люблю подниматься вверх. Я вот именно вот такие люблю. Давайте уберу это, а то мне... Оно мешает будет. Все, ребят, давайте я... Чтобы я когда упала, я попала на лаву и меня телепортировала сюда к столикам. Я надеюсь, еще флажки будут. Да, кажется, я вижу, там другой флажок нет. Господи, я чуть не упала, блин, такое ощущение, как будто с броней я гораздо делаю больше прыжок. Это не спрали добить. В общем, ребят, давайте я одену нормальный костюм без брони. Потому что брать с броней не нужно. Давайте такое одену. Чё оно? Господи. Пока такое одену, потому что мне сейчас будет неудобно проходить. С броней, поэтому мне придется девочка пилка побыть. Вот, а мальчик просто... у меня есть костюм мальчика еще один, только он без брони, но он... давайте покажу. Вот этот костюм, он... Я просто историю еще не сочиняла. Я играла в ПКСД. Вот. И я сочиняла одну историю. Я сделала вот этого мальчика, а эта девочка у меня уже была давно. Нет! Это несправедливо! Такое ощущение, как будто мне высоко дают прыгать. Что я читерить могу? Ребята, это несправедливо. А! Вот говорю вам, не советую паркур этот.
А чё они такие сложные? Вот поэтому я в покаевс, да, не люблю такие паркуры. Нет. Кошка. Кошка орёт. Нормально? О, нет, нет, нет! Ребят, давайте под другой паркур. Я не могу это пройти, это невозможно. Стоп, а это случайно не тот, который мы выбирали? Хм, я не могу найти паркур под уши. Нет, это другой паркур. Нет, не хочу падать. Нет. Так. Так. И вот так. Отлично. Давайте время уберу, оно меня всегда отвлекает почему-то. Не знаю почему. Ну, вот меня отвлекает. А если я шлепнусь в лаву, меня на самом конец, на самое начало перенесет. О, а если я смогу дойти, меня, я делаю флажок, и я упаду сюда. Если я упаду в лаву, то или в воду, меня сюда телепортирует. Прекрасно. Ой, нет. Что-то я поторопилась. Нет, тихо, не собираюсь. Нет. Давай я просто найду. Нет. Да блин. Чё я тут расслабляюсь? Я что, паркур разучилась? Проходить. Ну, хотя я только начинаю. Но я же проходила в этом Роблоксе. Что-то Роблокс, кстати, я думаю, я не снимаю. И давно я что-то не играю. Ой, а это что? Ерунда какая-то. Прк! А это уже не ерунда. Господи, я испугалась. А что, это так надо прыгать или как? А, до меня дошло. Ой, а как мне? А? Это жестоко. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Помогите. Как мне в лаву? Я не достаю до нее. Мне надо стать большим. Ладно, одену эту броньку. Вот так. И одену свою дипломку. А потом уже... Вот, просто в броне это неудобно проходить. Сразу я вам говорю, не советую. Блин, офигеть. Господи, когда флаг будет? Надо флажочек. Нет, тихо. Просто у меня прыжок не сработал что-то. Он у меня иногда не работает. Иногда он мне так лагает. Так, вот так, так. Прыжок. А теперь как-то жестоко. Жестоко это. О, теперь если я упаду в лаву, меня сюда телепортнет. Нет, шизик, нет. А что я сказала, шизик? Какой шизик? Нет, у меня на уме какие-то шизики, не пойми, от чего. Не, сейчас я буду в этой бороде чуть-чуть пройду. Нет, она мне поможет просто. Давайте на эту лаву я смогу допрыгнуть. Нет, чуть-чуть оставалось. Ладно, пойдем. О, знаете, вот так легко. Оп. Так, а куда меня? А, ой. Ой-ой-ой. Ой. Тихо, тут. А тут просто лава наверху. И мне так неудобно. Ой, тихо. Тихо, стой, 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 девочка. Девчонка, девчонка. Нет, нет, нет. Господи, ребята, это долго будет продолжаться. Нет. Господи, не советую вам этот паркур. Реально не советую. Сложный. Нет, там какая-то девочка. Или кто это, мальчик, девочка. В броне, в общем. Наверное, он его арендовал, или она у него была. Не знаю, наверное, арендовал. Просто за 5 самоцветов можно арендовать. Ой, а тут уже можно превратиться в обычную, потому что тут камни, она сильно высокая, и мне тяжело будет подниматься. Ура, это почти окончено. Господи, я не люблю по этим блокам прыгать, и по этому. Ой, Валиха, не прыгай, не прыгай. Тихо, блин, не прыгай. О, нет. Нет, господи, все. Я Валиха в душе. Нет. Ага, Валиха в душе. Итак. А куда дальше? Так.
Так, я, получается, упала отсюда, и мне надо вот так ходить. Хоп. Хопа-ла-ла-ла-ла. Нет. Мне это надоело. Я надеюсь, меня не на самое начало. Куда меня сбросило? В смысле? Да в смысле мне заново это проходить, что ли? Нормально вообще. Получается, я долго так пыхтела, и мне сейчас все заново проходить, на тебе проходить, типа. В общем, ребят, я не буду это проходить сейчас. А сейчас мы просто пойдем отдыхать, если там, конечно, ночь кончилась. Вот я не буду проходить паркур. Что-то они какие-то не то. Что-то не то. Некоторые сложные, некоторые легкие. В общем, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!